Дорогие друзья, здравствуйте, добрый вечер. Мы вас очень рады видеть в замечательном клубе Алексея Козлова. И привет Арбиту, привет Алексею Семеновичу. Мы с удовольствием начинаем наш концерт. Первая композиция называется «Miles in City». Ее написал Дмитрий Лугдин. Поехали. Потом попозже я вам всех представлю. Thank you.
Thank you.
сегодня для вас играет Дмитрий Лукин, клавишные. Евгений Шарьков, бас-гитара, клавишные. Вартан Бабаян, барабаны. Всегда ваша Анна Королева. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем, и снова композиция Дмитрия Лукина, она называется «Places». Thank you.
Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Мы продолжаем. У нас еще есть песенка, которая называется «Welcome to Moscow». Пускай она сегодня, дорогие друзья, пускай она прозвучит на удачу. Загадывайте желания. Пускай сбывается. Thank you.
вас. У нас сейчас гости? Да, у нас теперь соло-баллада. Дорогие друзья, кстати, вот, по-моему, тут единственная сцена, этот клуб, единственная сцена, где я могу сказать, что диски мои продумываются. Кто понял, тот захлопал. Нет, нет. Но у орбита они здесь, дорогие друзья, там на витрине. Все, что я могу сказать. А, может, поэтому я не забыла сообщить. Были бы они у меня, точно не забыли сказать. Вот. А сейчас для вас соло-баллада, она называется «I care about you, baby». И она, кстати, есть там. Thank you.
Дорогие друзья, Дмитрий Лунгин. Евгений Шарков, бас-гитара, клавиши. Ура! Ватан Бабаян, барабаны. Мои любимчики. Ваша Анна Королева. У нас маленький перерыв. И мы сейчас сочиним, что для вас дальше всегда. Мы уже давно сочинили, надо теперь сложить порядок. Спасибо. Thank you.
Thank you.
детскую историю, и сейчас соло, называется What Can Be Said Over Love. Что может быть важнее? Ну, сами говорите. Baby, what? Baby, what?
Спасибо, дорогие друзья. Песенка называется «Вот Кен Бесет». И сейчас у нас опять-таки другая история. Это уже такой стилистический коктейль, ну, на ваш суд, кстати, на пластинке тоже есть. Human Soul Didn't Know. О том, что душа у всех одинаково болит, и в этот момент не имеет значения какой-то национальности. Примерно такой смысл.
не успеем, две песенки не успеем, одна сейчас посмотрим, как там. Миша. Да? Хорошо, конечно. Дорогие друзья, но надо иметь совесть и помимо авторской музыки еще что-то исполнять. Вот. И среди таких песен есть одна, в которую мы влюблены насмерть. Это песня Бобби Фейса, знаменитого американского музыканта, композитора, она называется It Feels Like Hell. Thank you.
друзья, Дмитрий Лукин. Слава Шилену. Евгений Шахов, бас-гитара. Слава Шилену. Артам Бабаян, барабаны, дорогие друзья. Всегда ваша Анна Королева. У нас еще одна песенка. Еще одна песенка для вас. Вот, смысл всегда у нас один и тот же, да, вот века бегут, а смысл, в принципе, суть не меняется. All people will be together.